Всем огромный привет! Сегодняшнее видео не совсем по тематике моего канала, но буду надеяться, что вам интересно посмотреть. А вот хочу показать вам свою новинку. Ну, новинка она для меня, потому что вот такой аромат приобрела недавно. Сам аромат, конечно, не новинка, он вышел в 2017 году, то есть год назад. Но я стала обладателем этого парфюма совсем недавно, поэтому хочу вам немножко его показать. Вот такая коробочка Джорджо Армани. Называется «Код Кашмир». Вообще парфюмы Армани постоянно присутствуют в моем арсенале. Вот практически закончился у меня классический Си. И ему на замену на эту зиму у меня будет вот такой аромат. Вот такая стандартная коробочка. А здесь информация о парфюме. Коробка запечатана. Сейчас я ее открою. Сейчас сама впервые его протестирую, потому что шла за Armani Satin, но его не было в магазине, и взяла вот этот Armani Кашмир. Без предварительного затеста взяла. Тестер в магазине стоял пустой, как это часто бывает. Надеюсь, не разочарует. Вот внутри еще вот такая коробочка, предохраняет, наверное, от поломки, от разбиения флакона. И вот он сам парфюм, посмотрите. Ну, флакон в традициях Armani Code, похож на женскую фигуру, на силуэт женской фигуры притальный. Посмотрите, вот не знаю, насколько видно, но от насыщенного фиолетового цвета, цвет флакона, до малинового такого оттенка, очень интересно играет цвет флакончика. Вообще у меня был классический Armani Code, был как в версии парфюм, так и в версии туалетная вода. Ну, в версии туалетная вода он мне совсем не понравился, и пришлось избавиться от туалетки практически сразу. Ну, а парфюм радовал до своего окончания. Здесь вот информация вся. Сейчас я его протестирую. Вообще, я не из тех парфманьяков, которые препарируют аромат на составляющие, но я точно знаю, какие базовые ноты мои. И по этой базе я могу без затеста купить аромат, и он подойдет мне во всяком случае на 95%, это точно. Так, ну давайте сейчас попробую. Пусто, воздух, а вот. Ну да, очень яркий, это тот аромат, который я хотела, который мне нравился. Он очень яркий, сладкий. Вот сейчас шлейф прям по всей комнате. Вот он очень шлейфовый, теплый. Я бы даже сказала пушистый. Он безумно мягкий, уютный. Ну, это такой вот чувственный аромат. Он такой дорогой. И я сейчас, конечно, не про стоимость, а про его звучание. Главное не переборщить, потому что иначе он может задушить, начать душить. Вот этого парфюма достаточно 1-2 нажатий,
1-2 пшиков. Вот очень сильный, уверенный аромат. Ну, мне нравится, я довольна. И хочу узнать у вас, а в чем вы будете этой зимой и как вообще относитесь к ароматам? Считаете их необходимым завершением образа или пользуетесь от раза к разу? И еще интересно, какие ноты вам больше всего нравятся в ароматах? И также интересно узнать, есть ли среди моих зрителей истинные ценители нишевой парфюмерии. В общем, посмотрим по комментариям. А я благодарю вас за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!